Добрый день! Хочу сегодня с вами поделиться вот такой цветением, вот такой орхидеи. Красивая орхидея. Смотрите, какая красота! Называется эта орхидея Magic Art. Вот смотрите. Сорт идет крупноцветковый. То есть цветочки у этого сорта очень крупные. Померила цветочек. Самый большой цветок, ну, 10,5, даже чуть больше, ближе к 11 сантиметрам подходит. Вот смотрите, ждала все, когда распустится вот этот последний бутончик, но не могу дождаться. Хочу прямо с вами поделиться, какая красивущая орхидея расцвела. Вообще, я хотела такую орхидею очень давно. Первый раз, когда я купила орхидею эту, я только начинала заниматься орхидеями, и она у меня не выжила. Вот. Потом я нигде у нас в магазинах не могла ее найти, то есть у нас больше почему-то не видела, чтобы ее продавали. Вот эту орхидею я купила в 2020 году через интернет. Вот, ну, покупала я ее уже взрослую. Вот. И вот она у меня расцвела. Вот. Распустила такие красивые, большие цветочки. Смотрите. Красота. Вот видите? Красивый цветок. Посажена у меня орхидея эта в закрытую систему. Так, вот я, у меня тут рулетка лежит, я и мерила размер цветочка. Так, в закрытую систему. Сидит она у меня в закрытой системе. На дне Цеофлора. Вот видите, сколько корней она нарастила. Очень крупный идет. То есть на дне идет керамзит. Немного Цеофлоры, и здесь выше в основном идет большой крупный керамзит, самый крупный, который продают в магазине. Ну и кора, крупная тоже кора. Вот она цветет, и смотрите, она еще наращивает корни. Вот, видите? Вот. Попить эта орхидея любит, то есть я ее поливаю очень часто. Вот так она у меня, видите, наклонилась в горшке. То есть, когда я ее покупала, она точно так же была на один бок повернута. Вот. Я ее пересадила. Конечно, я ее садила ровно, но она все равно наклонилась на один бок. То есть, так, как она хочет. Вот, видите? Цветы прямо обалденные. Это обалденные цветы. Вот такой вот красотой. Хотела с вами сегодня поделиться. Вот могу даже поближе снять. Губа у нее, да? Тоже смотрите. Тигровая какая-то внутри прямо. Видите? Вот. Не могу налюбоваться, не могу насмотреться на эту красоту. Вот такой красотой хочу с вами поделиться сегодня. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить другие видео о моих орхидеях. Всем хорошего дня, пока-пока!